Министерство культуры и туризма Московской области объявляет о проведении с 12 июня по 12 октября 8-го международного фотоконкурса «Русская цивилизация», который с каждым годом становится все масштабнее. В 2023 году для участия в конкурсе было направлено более 19 тысяч работ. В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Основная цель проведения конкурса – гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов. Жюри, в состав которого входят известные в России и мире заслуженные деятели культуры, определит лучшие работы. Награждение победителя состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.